Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы продемонстрируем, как нужно правильно поставить DAS офлайн. Это можно сделать практически на любой программном обеспечении, в центре любой версии. Для этого нужно заменить, самое главное, знать где и как и какие файлы. Самое главное, их количество. Заходим в папку PKV и смотрим, какое количество огромное тут файлов. Здесь не только octave файл меняется. Некоторые диванные эксперты, которые реально не понимают, что делают, такую ерунду показывают. Вообще. Дальше мы заходим в папку Trace. По флешам здесь достаточно 3 папки заменить. Даже не надо все папки менять, но можно и все поменять эти папки. Множество файлов нужно докинуть, чтобы у вас нормально работало. Это доказывает много очень видео, по которым мы показываем, что мы постоянно занимаемся, каждый день мы флешированием занимаемся, и с помощью DAS Offline мы прошиваем старые машины, которые все через DAS диагностируются. В данном случае сейчас мы прикрутили версию 03.20.21, самая последняя версия. Мы сделали здесь офлайн. Еще раз повторяю, можно на любую версию прикрутить офлайн DAS. Видим 03.20.21 версия. Сейчас вы увидите, что здесь прикручен DAS офлайн. Единственная проблема, что здесь несовместимые фреймворки, поэтому на более новых версиях будет ошибка выскакивать по фреймворку. Просто нажимаете там нет и все. Под руками у нас 211. Он уже обновленный. Здесь просто на примере покажем блока управления двигателя, что DAS офлайн уже активирован. Еще раз повторяю, ребята, особенно те вот диванные эксперты, которые реально не понимают, за свою жизнь ни одного блока не прошили, такую ерунду показывают. Какая нахрен CD-флеш в 16 версии? CD-флеш 16 версии уже идет своя, там ни в коем случае не надо ее менять. Нужно всего лишь добавить туда файлы нужные. Октаб обязательно от версии, которая уже была до этого. Полноценно офлайнер закончил работать в 2014 году. Вот от 2014 года и нужно брать октаб и закидывать туда. Кроме них еще нужно закидывать кучу файлов. То, что там показано, просто смешно. Человек не понимающий, но принимает это за чистую монету. В данном случае у нас блок ME97. Да, ну, пытаемся сделать программирование и офлайн флеширование, то есть обновление блока управления двигателем. Запускаем программирование блока. Ждем, пока подключится к машине, и видим, вот, пожалуйста, ребята, версия 20.20.1.03. Самая последняя на данный момент. Скоро будет 0.6 уже версия. Вот я про которую ошибку говорил, про фреймворк. Просто нажимаете нет и все. Офлайн полноценно работает. И сюда желательно на 20.21 закидывать CD-флеш там 19 года, 17 года. Их нету на руках просто. Такие файлы никто вам не даст на халяву. Просто так вот закинуть и все, чтобы это все работало. Вот видим, что у нас нет обновления, потому что уже обновлен у нас блок. Другой совершенно машины нету сейчас, чтобы откат сделать. Вот, видите, это ошибка по фреймворку, потому что DAS Offline у нас берется с 2014 года, 2016 года, со старых версий. А фреймворки на новых версиях и Java, они уже совершенно другие используются. Поэтому внимательно смотрите, что вы делаете, и не валите блоки неправильным. Следите за нашими видео. Буквально на днях я выложу видео по DAS Offline, как он валит блок CGV неправильной прошивки. И мы откатывали обратно прошивку, чтобы завершить и настроить правильное SCN кодирование, делать блок от CGV на 164. Также и сами задние он валит. Не все просто на самом деле. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!